На встрече речь шла об основных мерах социальной защиты трудовых коллективов, охране их здоровья и уровне оплаты труда. Первым слово предоставили одной из самых многочисленных категорий работников – образование. Первый вопрос наш касается повышения заработной платы техническому персоналу и руководителям дошкольных образовательных учреждений. Потому что эта информация включала еще в сентябре месяце, чтобы поручение главы Республики Бурятии Вячеслава Владимировича Карицына главам муниципалитетов соответствующие указания были даны. Александр Галков пояснил, что в курсе сложившейся несправедливой ситуации. На очередной сессии Горсовета 26 декабря депутаты планируют рассмотреть вопрос выплаты неучтенной зарплаты техперсоналу детских садов сразу за 2 месяца. Наболевший вопрос подняли транспортники. Парадокс, но муниципальное пассажирское предприятие арендует свое бывшее здание участников. Регулярно нам отправляют уведомления то о повышении там, арендной платы, то там выставим вас за дверь там 9-го, там 10-го, там 11-го числа. Ну, сколько можно терроризировать коллектив? Ну, сколько можно? Это же, в принципе, обыкновенный шантаж идет. По-другому я лично это назвать не могу. Я с вами согласен и солидарен в этих вопросах. Надо действовать вместе. Сейчас предпринимаются все меры для возврата муниципального имущества. Более того, для снятия напряженности на дорогах мэрия закупит более 100 автобусов большой вместимости. Сергей Соголов, Даржи Чайдопов, Новости дня.